Приветствую вас, уважаемые зрители. Сегодня наше очередное учебное видео по DJI Phantom 3 Standard. Сегодня я хотел бы поговорить о такой простой вещи, как уровни критических зарядов батареи. В установке уровни критических зарядов. Их два. Уровень, при котором выдается предупреждение о критическом заряде, о малом заряде, и критический уровень. На критическом уровне ваш аппарат автоматически начинает посадку. Делается это в приложении DJI Go, конечно же. Вот здесь, сейчас я покажу. Так, нам нужна запись экрана с экрана. 3, 2, 1, запись пошла. Делается это в настройках батареи. Можно зайти сразу вот через этот пункт, меню DJI Go. Вот. Вот эти два ползунка. Верхний из них отображает то значение в процентах, на котором ваш пульт начинает пищать, о том, что низкий заряд. А нижнее значение означает тот уровень заряда, при котором ваш коптер начинает садиться автоматически. Вот сколько у нас сейчас заряда? 37%. Давайте выставим поменьше, побольше значение критики. Скажем, выставим на 35%. А критический уровень поставим на, ну, скажем, 31%. Все, запускаем двигатели. Повесим наш... Ой, что-то я его чуть не вписал в дерево. Повесим его где-нибудь на видное место. Вот здесь. И подождем, пока у нас сигнал. Пока у нас не сигнал, так его видно самого на экранчике. Ну-ка. Вот так. А теперь подождем, пока у нас батарея сядет до указанного значения. 35%. Сейчас уже должно... О! Поступает сигнал о критическом, о низком заряде батареи. На экране не видно фотоаппарата. А, 31% сейчас у нас станет. И он начнет автопосадку. Мы на 31 поставили. 32 сейчас. Сейчас уже будет 31. И он сам сядет вон в том месте. Сейчас должна начаться автопосадка. Все. Critically low power aircraft landing. Все. Наш аппарат совершил посадку. Вот так вот работают установка низкого и критического заряда батареи на DJI Phantom 3 Standard в программе DJI Go. Пользуйтесь этим с умом. Этим вы можете ограничить себя разумно, если вы летаете куда-то вдаль, чтобы не улететь слишком далеко и не оказаться без топлива где-нибудь очень далеко от вас. Пользуйтесь этим. А на этом это видео подошло к концу. Спасибо, что смотрели нас. Всего вам доброго.